Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем Дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Погнали, Эдварда Билла, посмотрим. Готов? Ты готов? Ты гей? Фу ты, блядь, фу ты. Вы что, блядь, ты рассосала нахуй? Мужчина, я к вам буду применять физическую силу. Мужчина, я буду применять к вам физическую силу. Я за нарушение общественного порядка. Нет. Леку за то, что хочешь представить гражданам. Я из ФСБ. Ты же сутенер. Домодедово. Заправляешь сучками, которые привозят за границу. Ты его, честно, дерзишь мне. Я зарядку вытащи, блядь, не выебайся. Что, ты все-таки съебаться решил со стороны, да? Больше 5 минут нельзя стоять. Двигайся. Че, я непонятно говорю, блядь? Вот он и жжет! Он не боится, что ему все-таки лицо уже разобрали? Посмотрите, какое личико! Спасибо, Валера, я не заметила, извини, донатик сейчас прочитаю. Блин, зачем так делать больно же? Насчет чего ты, Валер? Спасибо огромное. Я не понимаю, вот а почему он не бережет свое личико? Ему же могут... На! Вот так с пыром ебасосину. Держите их в ежовых рукавицах, товарищ сержант. Я с вами за вас всегда же, вы же знаете меня. Итак, господа, это новый пранк. Новый пиздатый пранк перцовкой. Господи, ну Эдвард! Эдик! Эдик, что ты так пугаешь? Вот так будет с каждым, кто будет выебываться Эдик, и показывать. Пацаны, Эдик пугает, капец. Эдик реально сегодня не в духе. Это мне живот жирный. А еще что самое главное, вы сейчас же ставите лайк, спасибо. Подписывайтесь на мой канал, пишите самый охуенный комментарий. И начинаю смотреть. Это охуенный пранк, охуенный выпуск. Он не такой большой, но он очень интересный. По традиции, самая охуенная вертуха. Просто раскручиваемся и ебашим. Направо и налево, эй, направо и налево, эй. Привет, Махер! Махер, привет! Готов? Спасибо большое, Влад. Ты готов? Давай, поднажми, ты не туда поехал. Что, ты все-таки съебаться решил со стороны, да? Что ты подошел просто? Откуда? Со стороны, с Москвы все-таки съебаться решил? Да. А что случилось? В смысле? Прессуют. Кто прессует? А куда летим? Домой летим. Куда? В Казахстан? Че это вообще, блядь? А если не в Казахстан? Ты его, честно, дерзишь мне. Я говорю, зарядку вытащи, блядь, не выебывайся. 30 минут прошло. 30 минут разрешайся бесплатно зарядки. Нет. Скриптониту привет. Вытаскивай зарядку. Че, дурак или что? Я тебе... 4К кровь. Не, брат, только жди сегодня. Еще раз повторяю, вытаскивай зарядку. Хотите пранк сделаем над рамизом с кровью? 4К кровь есть. Что, не понял меня или что? Ты дурак или что? Мой аэропорт Домодедово, это мой аэропорт. Окей, сейчас придумаем, что ты смотришь. Служба безопасности, скажите, что это не вы насрали его за приемом выдачи багажа. Скажите. Серьезно? Валера, да, скажи, это не мы. Это не мы. А то они думают, человек, навешанный сумками. Как вас можно назвать? Не обосрыш. Обосрыш. Ну и что, долго стоять будем? Извините, нет. Больше 5 минут нельзя стоять. Двигаемся. Едем, конечно. Гоу-гоу. Алло, товарищ подполковник. Мужчина, идите сюда. Слушайте, это работает полиция, сейчас ФСБ работает по всему аэропорту Домодедово. Угу. Сейчас вы говорите, нет, это не я насрал возле выдачи приема багажа. Ты понял, да? Да. Потому что опознали тебя, сказали, вот в черной шапке, синим ободком, мальчик гей. Что, накакал? Скажи, что ты смеешься, блядь? Да это не я. Да говори, блядь. Товарищ подполковник Земляков, пожалуйста, не бейте меня, это не я. Полковник Земляков, пожалуйста, не бейте меня, это не я насрал. Товарищ полковник, что мы с ним делаем? Выпускаем? Все, иди быстрее, прячься. Пиздец. Это говорит, не я насрал. Проходи. Как у тебя? Ну, пеликан у тебя ж погоняло. Ты же сутенер. Домодедово, заправляешь сучками, которые привозят за границу. Ты ждешь очередную партию. Да ладно тебе, я по объявлению. Мужчина, такси интересует? А что?
Ничего, я самолеты жду. На такси поедете? Ну, пеликан тебя погоняло. У тебя... Ты знаешь, о чем я, да? Нет, вообще не. Такая толстая елда. Ты, сучек, наказываешь всех за границей. Ну, во-первых, это не я. А кто ты? А какая тебе разница? Не, ну, слушай, ты так со мной разговариваешь. Ты ошибаешься, я самолеты жду. Вы куда залетите? Да. Вы куда летите? В Красноярск. Поехали на такси. Нет. Почему? Ну, потому что. Почему? Билет уже взял. Сдайте билет, поехали на такси. Ебать, я из ФСБ. Просто на Лака Галимова, думаю, может, найду сутенера здесь сейчас. Но мы ищем опасных преступников, да, понимаешь? Да, мы ищем опасных преступников, те, кто вот, знаешь, там, ебал. Такой стал. Чувак, ну, не знаю, классный чел этот старый. Прикольно. А с пельменем на голове. Пельмен, да. Пельмен, сказал, не, как... не, конечно, ну, пельмень на голове сразу видно. Мужчина, подойдите, пожалуйста. Подполковник на связи, ГБУ. ГРУ работает. Скажите, что вы приехали сюда на 30 дней. Русские вообще не знают. Сейчас вас могут задержать сверху. Хая. Хая, хая. Алло. Алло. Товарищ подполковник, передайте привет. Привет. Все, проходите. Привет. Мужчина, привет. Я вас далеко увидел, вы так грустите. Что-то случилось? Нет. Нет, чтобы вы не грустили, возьмите, пожалуйста. Это вам. Не грустите, ладно? До свидания. До свидания. Красава бил. Помимо того, чтобы учить нас бить с пыром, ебать сосину, он еще и деньги дает бомжам. Простите меня, носок грязный. Ну просто это мистер Пропер мама не купила. Вот, извините, пожалуйста. Вот так вот и живем. Стихийное бедствие. Что такое? Что, прости? Я тебе сейчас мусор сдам. Слушай. Да, да, че, блин. Знаешь, что? Знаешь, что он сказал? Да, да, да. Что ты гей. Сержант, да? Ну... Значит, ты гей. Я понял. Главное, что не целку. Ладно, плохая шутка. Хуёвая шутка, бро. Корочка, верка, гей? Ну, хотя здесь. Ты все-таки заднеприводный. Фу ты, блядь, фу ты. Я не согласна, это же дебил. Идите сюда, я вас распидорасю. Вставайте ровно, вдвоем. Да распидорасю вас, ну. Хочешь? Нет. Нет? Ладно, не буду тогда, братцы. Давайте удачи. С Новым годом, пацаны. Давайте удачи, да. Ты че, блядь, куришь, нахуй? Убери, блядь. Ты че куришь в общественном месте, блядь? Ты кто вообще? Кто я, блядь? Ты знаешь, кто я? Я знаю, кто ты. Кто? Ты курильщик. Сейчас ребенок пойдет, лет 8. И ты его сейчас дымом надымишь. Смотри, вот сюда, да? Мы... Я сейчас ну... тебя за нарушение общественного порядка... Нет, нет. Привлеку за то, что ты кричишь и хочешь представить гражданам. А почему ты обложкой... Потому что я тебе не ты, а вы... А что ты обложкой вечно прикрываешься? Ты не прав. Сотрудник полиции, прикрываясь обложкой... Курю, ты хотел... Тебе... Ты хотел закурить. У меня зажигалка даже не работает. Дружище, ты хотел давай закурить. Вот давай не будем. Вот ты... Вот цикло! Муса этим... Полицейский в России! Говорю, я не хотел, у меня... Говорит... У меня зажигалка не работает! Он что, ебется? Какая, блядь, зажигалка? Виноват здесь. И прикрываться обложкой это последнее. Вы что, блядь, ты рассосала нахуй? Хули ты куришь, блядь, в общественном месте, ты? Что ты смеешься, блядь? Басков, блядь. Тут ребенок идет, ты, блядь, Москва-Сторг, нахуй. Вы с ним? А кто, вы не друзья? Как вы объясните сейчас эту ситуацию? Курите, хотя. Че, расстегиваемся? Как есть. А? Застегиваемся. Давай застегиваемся. Безопасность Яндекс.Еды, давай быстрее. Блядь, за вами за всеми следить, блядь, заебался. Какой, Влад? Заболеешь, потом мне где курьеров искать? Чтобы не потеть, я оттень. Нет, ты не бегай просто, ладно? Бери заказы поближе. Все, давай, удачи тебе, пацан. Почему нарушаем? Ну, сержант им говорит, что вы здесь стали? Правильно я говорю? Сейчас рубану тебе по голове. Меньше не. Ну, рубануть ему? Перед вами майор стоит сейчас. Извините, извините, не принимается. Как бы, знаете, с одной держите стороны, он какой. Он ведется давай как долбоёб, да, и мусор должен. Ой, точнее, полицейский должен ему, так сказать, ну, а с пырым ему ебасосину дать. Но это там. Но с другой стороны, как бы Билл ему это делает. Поэтому, как бы, сложно, сложно. Сержант, я с вами за вас всегда же, вы же знаете меня. Извините, пожалуйста, помогите. Здесь мама на
Мама спрашивает, где я нахожусь. Я не знаю адрес. Можете ей сказать? Алло, ма. Тут бабушка подошла. Скажи, что вы моя бабушка. Алло, ма, я с бабушкой здесь. Ну это обидеть, вдруг ей 20, просто она быстро стареет. Ну могу ее обидеть. Телефонная безопасность больше. 100к в группе! 100к в группе! Серьезно, 100к? Блядь, 100 тысяч человек, 100 тысяч! Это население! Это население микроорганизмов, вы понимаете? 100 тысяч человек! Вот, я тут писала заметку. 100 тысяч человек! 100к! Это как? Дэн Шмальц 400к, только 100к! Тендер Либоед 100к! Тендер Либоед 100к! Вы понимаете? Это население микроорганизмов! Я просто в шоке! Меня трясет! Меня трясет! 20 минут не разговариваем по телефону, забивайте сеть. Слышите, пикабу не загружается. Группа захвата поверху работаем, человек в шапке. Наручники, его в тюрьму садим на 20 лет сразу резко. Ну что, ты теперь и здесь орудуешь, да? Что? Что ты, блядь, банкоматы взламываешь? Ну, в Домодедово переехал, он тебя не узнал, блядь, или что? Банкоматчик. Тебя погонял банкоматчик. Сначала симку ставил, пойдет сигнал, сейчас банкомат открывается. Ты настолько умный, что ты можешь, в принципе, все рассчитать, да, взломать, полная сумка денег у тебя. Не знаем. Иди вон там. Ну, завершай свою карьеру, я тебе сдам сейчас. Завершай свою карьеру. Я сдам тебе моему саперу. Вот банкоматчик. Суки договаривались, шваброй по голове его. Зачем? Он все деньги вытаскивает с банкомата. Вы сапер Валентина. Сапер Валентина. Манчу. Короче, иди его. Че я непонятно говорю, блядь? Телефон верни, блядь, ты. Че, блядь? Че, блядь? Какой телефон? Свой, ёб. Че непонятно сказал, че-то. Мужчина, идите сюда. Не, брат. Мне служба безопасности звонит. Что? Алло, да, скажите. Ага. Скажите, что это не вы возле приема выдачи багажа нассали на сумку чужую. Кстати, это не я. Не играйте это с огнем, блядь. Это за два это удара он. Вынесут вас. Не надо, не надо. Такие серьезные люди ходят. Вам и не снилось, блядь. Ну, давай. Ну, конечно, конечно, да. Ты свой пельмень на голове береги, блядь. Какой-то личный опыт знакомств в интернете? Да, конечно. Одна девушка мне написала, ой, какой классный парень. Ну, я знаю, что я очень красивая, реально. Она мне предложила встретиться. Но у меня еще была фотография там, где я на красивой машине был. Но это папина была. Она не знала, думала, моя машина. И мы с ней встретились, и она спрашивает, где машина? Я говорю, это папина. И все, и больше не видел ее. Мразь. Ебать! Да дай быть человеком, блядь. Ну дает! Ну дает! Какой ты нахуй царь тогда после этого, блядь? Ты просто, блядь, подъебщик по жизни. Ну реально, дай сфоткаю. Да я хуеваю себя, охуеть. Она вообще подругу фотку выслала. А приехала бомба. С4, взрыв, огонь, бам. С4, бля. Ну дает. Что, вам помочь чем-то? Что, кого ищете? Вадима? Юрьевича? Не, ну жена. Чоп? А что, вы охрана Чоп, да? А какой опыт у вас большой? 2001 год, засад пришел. Боевыми искусствами обладаете какими-то? Удар поставлен? Нет. Если кому-то в сосальню бить, можете нормально приложиться? Нормальный мужик должен 100 раз сажаться. Вот вы верите, я могу 100 раз сажаться прямо сейчас. Можете вот удары проверим? О, мне кажется, он что-то придумает и зарофлит, типа, я не могу. Просто поставлен или нет? Просто безопасность берем нормальных пацанов. Давай. Вы на центральной улице устраиваетесь в безопасность города Москвы. Вы понимаете? 50, да? Еще 50, правильно? Уже половина. О чем это говорит? Говорит о том, что я уже наполовину мужик. Серьезно? Спецсредства не считаются. Все отобрали у вас. Все, у вас все отобрали. Что делать? Проверяем удар. Что, я должен предупредить? Предупреждаем. Вы предупреждаете. Ну что, я к вам буду применять физическую силу. Потом удар с разворота в челюху. Ну, сейчас давай. Красава! Это хороший удар. Ну-ка, еще разок. Возможно же отдыхать, правильно? Встойте. Не вставая, правильно? Главное, что мужик.
Поработаем, поработаем. Все-таки служба охраны это... Давай, давай. Служба охраны это не хухры-мухры. Поехали. Красава, красава, красавчик просто. Оп, 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 оп. Оп, ну-ка, ну-ка. Вообще пушка. На самом деле очень сильные удары были. Я прям чувствовал, ты прям пробивал мою руку. 20 раз осталось. Такая мелочь. Так, ну, а реально бы... трудно или он рофлит? Я не понимаю, что происходит. Все, конечно, да. Понял, у меня люди тренируются. Чем три ты, красава. Успех. Спасибо тебе. Огромное, давай, Валера. Спасибо. Если большое. Не сложно. Чмок. Твой сапока, Валера. Ссылка удалена. Вот. Ушел, ушел. Челюк. Конечно, а? Тренировка взял бы? Тебя? Ну я бы тебя потренировал, на самом деле. Вот, смотри, встань в стойку. Раз. Вот. С разворота бей. И бац, да, вот. 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 Молодец. И с колена. Да. Два. Да. Вот. Раз, два, три. О! Молодец! Здесь круто! Ровно, ровно! Ты нормально соображаешь! Так, сколько? Ощущения? Да, отлично. Ну, как первый раз с девушкой позанимался. В шоке сам. Конечно. Ну, вы прям настоящий мужчина, свои слова. Да, я сказал старал. Мужик сказал, мужик сделал. Смотри. Полтора года уже не корю, братан. Красавчик. Постой, минутку со мной. Давай, давай. Конечно, конечно. Да, чаёху выпей, конечно. Какая-то мышь начинает базарить, что ты неровно, не круто. Все, чему я тебя обучил на нем просто, как на манекене. Разворотил ему кабину, он пошел с Кифасовского отдыхать. Капец, что за мужик просто, жилистый человек. Эй, ну что, вам понравился ролик? Эй! Мне тоже, мне очень он понравился, больше, чем вам. И что я хочу вам сказать, вы у меня самые лучшие парни. И бог с ним, я потерял свой актив. Да хуй с ним, похуй, ребята. Я попрошу вас просто подписаться на мой инстаграм. Ведь там выходят пранки. И меня пытались взломать, и они это сделали. Но мои супер пиздатые друзья за несколько часов отвоевали мой инстаграм. Вау! Oh shit, man! Расскажу вам маленький секретик. У меня есть телеграм-канал, он в описании, а что там? Ты такой секретный! Я в шоке, вот это у тебя секреты, такие грязные, не мытые, как мы носки.